сегодня в 347-м тираже жилищной лотереи мы разыграем для вас 10 квартир и множество денежных призов. Желаем вам удачи! Мы приступаем к розыгрышу 347-го тиража жилищной лотереи. Призовой фонд 347-го тиража составляет 26 миллионов 665 тысяч 350 рублей. Суперприз жилищной лотереи – трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 квадратных метров с панорамным видом на город и 29 миллионов 892 796 рублей. Мы запускаем лототраун. Призовой фонд первого тура составляет 210 тысяч рублей. В первом туре выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона. Подробно ознакомиться с правилами жилищной лотереи вы можете на лотерейных билетах и на сайте 100loto.ru. Мы ждем первый шар первого тура. Тридцать шесть. 55. 9. Шар номер 25. 37. Шар номер 80. 83. Стоп-игра. И стоп-игра. Итак, в первом туре выиграли 2 билета, приобретенные в Псковской и Кемеровской областях. Выигрыш составил 105 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Вы наши первые победители. Первые победители жилищной лотереи. Мы переходим во второй тур и приступаем к розыгрышу 10 квартир. Во втором туре выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одного из игровых полей, верхнего или нижнего, совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона. Запускаем лототрон. Двадцать три. Шестьдесят два. Внимание! Следующий ход десятый. Это значит, что прямо сейчас может быть разыгран суперприз жилищной лотереи. Я напомню, что это трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 квадратных метров с панорамным видом на город и 29 миллионов 892 796 рублей. Выигрывают билеты, в которых на 10-м ходу все 10 чисел любых двух горизонтальных строк совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона. Итак, мы ждем 10-й шар. 34. Суперприз сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. Мы продолжаем ждать победителя. Совершенно верно, но а сейчас продолжаем второй тур. Ждем следующий шар. 17. 79. 40. 72. 35. 76. 63. 13. 30.
65. 56 57 57 33 56 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
Шар номер 50. Двенадцать. 67. 75. 20. 28. Шар номер 77. 4. Стоп-игра! И стоп-игра! Итак, во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Калининградской области. Вы выиграли квартиру. Фортуна любит победителей. Поздравляем вас! И желаем, чтобы в этой новой собственной квартире у вас было море счастья. Принимайте наше поздравление еще раз. Ну а мы переходим в третий тур, в котором продолжаем разыгрывать квартиры. В третьем и последующих турах выигрывают билеты, в которых все 30 чисел обоих игровых полей совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона. Запускаем лототрон. Шесть. 15. Шар номер 29. 38. 24. 54. 32. 85. 53. 41. 51. 60. 71. 70. 74. 42. 47.
Москва. Шар номер 44. Шар номер 87. Стоп-игра! И стоп-игра! В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Новосибирской области. Примите наши искренние поздравления. Вы только что выиграли квартиру! И надеемся, вы совсем скоро отпразднуете новоселье. Переходим в четвертый тур, в котором продолжаем разыгрывать квартиры. Вновь запускаем Лототрон. Выиграл один билет, приобретенный в Краснодарском крае. Ваш выигрыш – квартира. От души поздравляем победителя. И продолжаем. Ждем следующий шар. Шар номер 43. Определился еще один победитель. Он приобрел свой счастливый билет в Саратовской области и стал обладателем квартиры. Принимайте наши поздравления. Инна, я хочу спросить себя, сколько квартир нам осталось сегодня разыграть? Виктория, нам осталось разыграть еще 6 квартир. Шансы высоки? Согласна. Ждем следующий шар. И это шар номер 1. Выиграли 3 билета, приобретенные в Москве, Псковской области и Алтайском крае. Выигрыш. Квартира. На каждый выигравший билет. Вы наши победители. Поздравляем. Ждем следующий шар. Выиграли 3 билета, приобретенные в Москве, Тамбовской и Рязанской областях. Выигрыш. Квартира. На каждый выигравший билет. У нас выигрывают. Поздравляем. Сегодня в жилищной лотерее было разыграно 10 квартир. Мы поздравляем победителей. И приступаем к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда 347-го тиража жилищной лотереи. Размер выигрыша вы будете видеть на своих экранах. Ждем следующий шар. Шар номер Шар номер 89. Шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре.
Шар номер 56. 81. 3. 61. Стоп-игра! Стоп-игра! Это был последний ход 347-го тиража жилищной лотереи. Итак, в лототроне осталось 4 шара. Сейчас я назову их номера. Это шар номер 31, 46, 82 и шар номер 90. Эти номера зачеркивать не нужно. Проверьте, если этих номеров в ваших билетах нет, значит, вы выиграли! 347-й тираж жилищной лотереи завершен. А сейчас давайте подведем итоги сегодняшнего тиража. В жилищной лотерее мы разыграли для вас призов на общую сумму 25 миллионов 369 737 рублей. Выигравший сегодня 100 155 билетов. Мы еще раз поздравляем всех победителей сегодняшнего тиража жилищной лотереи. В следующем 348-м тираже жилищной лотереи мы разыграем для вас еще 10 квартир и 1000 денежных призов. Суперприз следующего тиража жилищной лотереи – трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 квадратных метров с панорамным видом на город и 31 188 409 рублей. Если в ближайших 3 тиражах жилищной лотереи суперприз не будет разыгран, то в 350-м тираже гарантированно будет разыграна трехкомнатная квартира в Москве площадью более 100 квадратных метров с панорамным видом на город и 10 миллионов рублей.